Добрый вечер, дорогие друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Вот, и не хотел ничего до митинга снимать, но решил снять ролик небольшой информационный, потому что мне мой друг из Пензы позвонил и рассказал, что город затянуло дымкой. Представляете себе, где находится Пенза, и до них дошел дым лесных пожаров сибирских, горят миллионы гектаров тайги. Это ад. И у меня есть серьезное подозрение, ну, выглядит это как какая-то операция перед началом вторжения каких-нибудь китайцев, понимаете, в чем дело? Тактика выжженной земли. Народ уйдет, придет народно-освободительная армия Китая, НОАК, и будет, типа, тушить все это. Гуманитарные функции возьмет на себя. По договору Шанхайской организации сотрудничества они обязаны нам помогать, и они придут нам помогать. Представляете, какой, не буду говорить, что готовится. Но это одна из версий, но она очень пугающе реалистичная. Что ж, ну и завтра, насколько я понимаю, многие люди, жители Москвы, собираются пойти погулять. Пойду погулять и я. Никого ни к чему не призываю, ибо это незаконно и так далее. И все же я склонен считать происходящее совершенно законным завтра народным сходом, который законен, разрешен законом. Ну и напоследок, дорогие друзья, хочу вам сказать, что в свет таки вышло, уже напечатали мою книжку «Облачный мир. Homo Futurus. Эволюция». И в ближайшие дни, если меня там не убьют и не задержат завтра, то я вам покажу книжку в своих руках уже. Вот, надеюсь. Вот, хорошо бы. Что ж, желаю вам всем доброго вечера, дорогие друзья. Как будет, так будет. Делай, что должен, и будь, что будет. До свидания. Поддерживайте по возможности канал, подписывайтесь, ставьте лайки и все такое. Да, я удалял несколько раз ролики, в последние дни мне очень тяжело морально, я путаюсь, мешаюсь, да, мне тяжело, я в одиночку. Ну, завтра, возможно, я буду не один. До свидания.